Дорогие друзья, вы не поверите, но несмотря на то, что так светло, сейчас полночь, и я нахожусь на Никольской улице, главной футбольной улице Москвы. И я, конечно, не могла пропустить все прелести Мундиаля 2018 и не пройтись по этой, ставшей легендарной улице. Прислушайтесь, здесь звучат горячие ритмы, вас обжигают горячие глаза, воздух жаркого лета раскален до предела. Я забыла о даче и поливе цветов, я тоже зажигаю. Пройдемся же со мной по этой нарядной, красивой улице и зарядимся с вами морем позитива и морем энергии. Здесь собралась молодежь со всех уголков света. Ах, эти мужчины со смуглой кожей в широких сомбрерах. Ах, ах, ах. Thank you.
такая красотка.